Мне вот этот день очень долго мерещился, казался, как он будет, я не представлял. Вот он и начался, и я не знаю, как будет дальше, но вроде как спокойно, вроде все нормально, все хорошо, поэтому будем надеяться, что все так и будет продолжаться. Ксюша у меня больше занималась свадебными вопросами, она полностью окунулась. То есть последние полгода она жила ради свадьбы, она жила только ради этого дня. Любимая наша Ксюшенька, дорогая наша внученька, ты наше единственное продолжение. Мы тебя очень-очень глубоко любим, ценим и обожествляем. Сегодня ты свою судьбу вместе со своим любимым Женькой связали и слили в одну единую судьбу. Судьбу вашей семейной пары. Everything that's broke, leave it to the breeze. Why don't you be you and I'm me? Ксюша и Женя, поздравляем вас с вашей свадьбой. Как говорили в старину, жизнь прожить, не поле перейти. А если это поле жизненное? И вот по этому полю идите вместе, крепко взявшись за руки. Не ссорьтесь по мелочам, лучше помолчите. If this is all we're living for, why are we doing it anymore? I used to recognize myself, it's funny how reflections change. We're becoming something else. I think it's time to walk away. So come on, let it go.